На площади Ленина появятся трехметровые скульптуры. В марте в единый день голосования ивановцы выбрали такой вариант реконструкции центральной городской площади. Проектом здесь предусмотрено наличие четырех парковых скульптур. В городской администрации объявили конкурс на лучший их эскиз. Жюри будет оценивать в проектах оригинальность, органичное размещение скульптурной композиции в архитектурно-ландшафтной среде и, конечно, важна экономичность проектного решения. Не исключено, что проголосовать за понравившиеся эскизы предложат горожанам. Максимальный габарит 3 метра на 3 метра на 3 метра, то есть за эти параметры выходить нельзя, потому что сейчас уже делается, под них закладывается фундамент. А, в принципе, других ограничений нет. То есть жюри определит наиболее достойного, так сказать, архитектора или наиболее интересную работу, которая там будет реализована. Никаких конкретных задач скульпторам не ставится. То есть надеемся, что это, наоборот, поможет. То есть будут различные темы, различные варианты.